Всем привет, ребята! Сегодня я играю в Майнкрафт со своим братом. Он там где-то наверху. Давайте подкрадемся к нему тихонько. Это зомбаки? Братан, это зомбаки? Я не знаю. Всем привет, ребята! Ты где там? Я наверху, на самом последнем этаже. Все, я поднимаюсь. Ты выбрал какой режим? Мирный или... Легкий. Легкий, да. Мирный, конечно. А, тут уже факелы. Хорошо. Нормально так простраиваемся. И мы попытаемся построить самое высокое здание. Конечно, не в мире, ну, а так сами. Посмотрите, какой вид. Красиво, не правда ли? Да-да. Хорошо, я пока буду помогать ему, а потом уже продолжим. Ребят, у нас завелся паук. А ты на каком этаже, братан? Я не знаю, я даже сам не видел. Сбился. Вот-вот-вот, ты идешь ко мне. Они вот здесь. Иди. Нет, еще нет, зомби-жители какие-то. Скелеты, откуда они? Где они? Братанчик. Они у нас? Да. Офигеть, потом мы их убьем. Вам пусть пока чилит. Даем им шанс. Подожди, откуда зомби-житель? Причем не обычный, а зомби. Здравствуйте, мы вам не мешаем. Я пока делаю палы. Хорошо, делаю. Ребят, мы так решили со своим братанчиком. Я ему сказала, да, я построю дом для нас, а ты строй дом для жителей. Он сказал, хорошо, я пойду строить дом для нас. Сейчас главное отыскать хорошее место. Ребят, а знаете, что решил? Я решил сделать подземную хату. Ребят, сейчас вот прям перед дверями, ну не перед дверями, справа чуть-чуть, я буду... строить нашу подземную хату. Сейчас вырую ямку и продолжу. Ребят, я вырыл вот такую вот ямочку. Сейчас буду уже делать, короче, ну, что-то типа дома под землей. Логично. Но домик, конечно, будет небольшой. Это нелегкое дело строить под землей. Ребят, я пойду навещу братанчика, посмотрим, что он там натворил. Поднимаемся. А ну-ка посмотрим. О, житель. Это ты построил? Ты построил жителей? Нет, они сами пришли ко мне. Даже они не отказались от такой хорошей хаты. Я тогда пойду посмотрю. Боже, что произошло. Погнали, ребят. На всех места хватило. Так, здесь кайф. Опа. Ну, здесь вообще просторно. Опа, я тебя, кажется, все видел. Да. Он даже нам зарплату платит. Погоди. Тут зомбак. Или... А, нет. Хорошо, ребят. Ну, я тогда пойду, спущусь и дострою наш подземный дом. Ребят, я уже спустился. Вот, посмотрите, как раз какую я комнату уже сделал. Так, здесь все надо убрать. Построю. Покажу. Ребят, братанчик тоже сюда пришел. Сейчас мы с ним вместе делаем. Ребят, посмотрите, сходка жителей, что они здесь спорят друг с другом, послышите? Да, трэш. Посмотрим, что они будут делать. Они здесь ссорятся, кто будет жить в этом здании. Посмотрим. Вот как оно, какой оно высоты. Поднимаемся, ребят. Так, поднимаю. О, боже. Это очень высоко, очень. Прыгаем. Упали. Все, а вот здесь вот наш дом. Все, мы уже там делаем. Да, мы уже сделали, сейчас будем все обустраивать. И вот я поставила люки. И вот, ребят, продолжим в следующей серии. Всем пока! Сейчас позову братанчика, пусть он тоже с вами попрощается. Иди сюда. Зайди к нам. Заходи. Заходи, это не всем. Давай, попрощайся. Да, всем привет, ребята. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.
Всем пока.